твой шанс, и ты звезда. На этой сцене гостья из Волгограда. Встречаем! Олейша, ваши аплодисменты! Если бы я знала, что до меня будут говорить про сладости, я бы приготовила песню, которая называется «Сладкая жизнь». «Сладкая жизнь, единодушные рядом». Но я не знала об этом, и поэтому буду петь песню, которая стала для меня символом 2020 года. Это собственное мое сочинение. Мне кажется, мы все за 2020 год поняли, что самое главное – это то, что мы живые. Что нельзя у нас никогда отнимать.
останьтесь. Для вас есть специальный подарок от композитора, лауреата международных конкурсов, победителя проекта «Золотой микрофон 2019», продюсера Владимира Шевелева. Владимир, пожалуйста. Уже? Вот так бывает, у вас на шансе. Владимир, микрофон же был. Я попозже еще отвечу и поздравлю этого шанса. Спасибо огромное, очень неожиданно, сразу спела, сразу подарок получила. Так что участвуйте в ТВ-шанс, смотрите, это настоящий шанс стажу моментально стать звездой. Спасибо. Но это еще не все. Это еще не все. У нас есть для вас подарок от наших партнеров музыкального лейбла «Сплав слов», друзья. Хочу сказать, что «Сплав слов» предоставляет на каждую вечеринку вот такие вот сертификаты на один час работы в студии. В студии звукозаписи. Вот смотри, ваши аплодисменты! Супер, спасибо нашим партнерам, нашим гостям.